Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений зарабатываю, или вернее собираю монетку Dash. Я вчера записала видео вот по боксу. Я вчера зарегистрировалась. Вот. И собрала. Потом на сайт было не зайти. Ну ничего, администрация настроит. Все будет потом работать как часики. Изначально всегда так бывает. И сегодня я проверила, друзья, этот бокс на вывод. У меня было 32 монетки с учетом комиссии. Я вывела на Faucet Pay. Мне пришла 31520 монеток. Вывод инстант, то есть мгновенно. Идем на Faucet Pay. Вот, я вчера прописала, ну, как бы сюда у меня не было, я не собирала ее. Вот. И вот здесь 31520 монеток. Далее опускаемся ниже. Вот. Dash PTS. Название сайта. 31520 монеток. 10 ноября. Вывелись. Они у меня взяли, ну, где-то 500 монеток. Я выводила. Когда будете, друзья, ставить на вывод, ставьте сумму, знаете как, вручную. У меня было 32 тысячи, там, ну, 32 тысячи, вот 850 монет осталось. И я вставляла вручную 0.3032. Потом я вставила пин-код, нажала вывести, и все, мои монетки успешно вывелись. Все замечательно. Бокс платит. Но я лично не сомневалась. Как правило, такие боксы всегда платят. Ну и тем самым как бы и работать приятней. Вот. Ну, я сижу здесь только на ПТС рекламе. И видео YouTube просматриваю. Все. Больше я здесь ничего не делаю. Это недоступно. Вот, видите, опять немножко как бы такая вот реклама. Вот. Так, где я тут показывала? Пу-пу-пум. Так, заработок. Трафик я не сижу, не работаю. А видео вот эти мне недоступны. Только ПТС и YouTube просмотры доступны. Вот, вчера я запустила уже баннерную рекламку. Вот. Попозже я еще запущу, потому что сайт еще сыроват, и люди как бы захотят зарегаться, и никак. Обожду я несколько дней. Здесь вот админ присутствует. Как бы. Вот. Все замечательно. Я довольна боксом. Буду, естественно, продолжать работать. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Никто никого не заставляет. И насильно не тянет в проект. Это интернет. Дело добровольное. Любители криптовалюты зайдут. Ну, остальные как хотите. Мое дело поделиться. И не забываем в настройках обязательно прописать адрес кошелька. Ну и пин-код, друзья, не забывайте тоже. Четырехзначный пин-код запишите где-нибудь вот на бумажке, чтобы не забыть. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.